сердце девичье горит огнем, по сердцу этот поймут. Певица, спортсменка, художница и просто красавица. Нет, мы не перечисляем способности всех конкурсанток, а говорим сейчас только об одной – Веронике Ковалевой. Девушка с самого раннего детства никогда не сидела на месте и увлекалась, можно сказать, всем и сразу. Ее целеустремленность позволяет добиваться успехов во всех начинаниях. А чуткие педагоги, под руководством которых Вероника достигает вершин, отзываются о ней крайне положительно. Постоянно участвует в различных концертах, конкурсах. Отзывчивая, эмоциональная, творческая натура. Несмотря на ее такой внешний романтический вид, на самом деле в ней там живет стержень, то есть характер есть у этого человека. Я думаю, она всего добьется, всего того, чего запланировала в жизни. Танцы – еще одна страсть девушки. Кажется, что невозможно столько интересов уместить в одном человеке. Но, как отмечает сама Вероника, ей безумно нравится успевать во всем. Кроме того, конкурсантка увлекается спортом, футболом и волейболом, закончила художественную школу, а также учится на первом курсе педагогического колледжа. Именно желание показать себя и стало главной причиной ее участия в Мисс Канск. Получить какой-то опыт. У нас проходят различные мастер-классы, и там мы набираемся какими-то знаниями. Участвовать не страшно, подготовка сама не страшна. А когда перед выходом, конечно, есть какой-то мандраж. Это у всех, мы люди. И пока мы что-то чувствуем, ну, нам нравится это дело. Я думаю, что я достойна победы, потому что я умею себя преподнести уже давно на сцене. И я думаю, это сыграет мне в плюс. Напомним, в этом году, спустя 15-летний перерыв, в городе вновь состоится конкурс красоты. По результатам кастинга были отобраны 10 девушек. Уже в декабре все они выйдут на сцену. И именно тогда определится самая достойная. Та, которая может гордо носить титул «Мисс Канск». Юлия Олейникова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.